Привет. Наш очередной сталк. Итак, находимся в Паймио. Я сейчас переехал в город Паймио. Вот. Здесь есть такое заброшенное место, как называется оно по-фински Аскалан Воймала. То есть здесь есть гидроэлектростанция, точнее была, но она, похоже, сейчас действует еще вон там, вот она крутится там, генератор. Я вот здесь перешел по мосту, то есть вот там вот идет труба, здесь река. Река здесь как бы ее, получается, пропускают воду реки через вот эту вот генераторную, то есть гидроэлектростанцию. Из этой станции вода вон вот туда вот вытекает, а по трубе поступает внутрь. Вот, получается так, что эта река практически... Здесь, кстати, очень интересный мостик такой, он качается весь, но по нему можно ходить вроде бы. То есть река получается осушенная за счет того, что весь мост качается, вообще капец. Очень прикольно. То есть получается, что река здесь пропускается через станцию. Также здесь находится тоже такое место, которое выглядит как заброшенное, но оно в принципе не совсем заброшено, но оно как музей, живой музей под открытым небом. То есть вот в такой вот ложбине здесь пасут овец, баранов летом. Здесь вот такие вот домики. Вот. Мы идем вон туда вот. Здесь вот такой вот дом. Он как бы сейчас получается заброшен, но летом в нем иногда что-нибудь бывает. Здесь можно грилить. Вот. Сейчас мы подходим к тому месту, где воду забирают внутрь. Место здесь, конечно, живописное. Очень, очень интересное. Это как луг называется. Вот. Оно так и называется, луг. Мы прошли вон там, вон, через лес, через по горе. Здесь, оказывается, была такая вот дорога. И сейчас мы находимся на плотине. То есть вот здесь плотина, здесь водозабор. Вот, значит, вода здесь, как вы видите, находится вот на таком уровне. А с другой стороны вода находится... Вот на таком вот уровне. Точнее, там ее вообще практически нету. Чуть-чуть там вот наполняется, где-то протекает, видимо, или это просто так специально сделано. Вон там стоят такие бассейны. Не знаю, как все это работает или работало. Но, как я понял, вот здесь находится механизм управления шлюзами. Там вот, похоже, находится шлюз. Как-то так. Не знаю, как с этой стороны. Но вот здесь вот такие вот есть шлюзы. Здесь, здесь. Там находится будка смотрящего, которого больше нет. Здесь никто не присматривает, здесь просто под открытым небом. Вон там вон переход виден. И вон там находится генераторная. То есть вот там вот крутятся генераторы, которые создают электричество за счет энергии воды движущей. Вон там видно, как все бурлит. Все функционирует. Вот так вот. Там вот видно такой вот желоб. И он уже прогнил. И вон, кстати, труба. То есть по этой трубе вся вот эта вода реки подается вон вся туда. То есть вот эта труба получается всю воду реки пропускает сквозь себя. А здесь получается как затор такой, плотина. Получается как такой небольшой пруд. Красиво, кстати, здесь.
Вот механизмы. Вон, видимо, это для шлюза. Здесь даже освещение было когда-то. Вот здесь деревянные какие-то шлюзы, похоже. Не знаю, как здесь. Пропускали здесь лодки или нет. Вон, кстати, кабель заземления виден. Вот будка смотрящего. Вот эта труба. Видно, как бетонировано все. Тут уже все прогнило, желоб прогнил. Здесь там где-то что-то капает, течет. Вот так вот. Здесь получаются такие вот, видимо, для очистки воды, чтобы ничего крупного не попадало в трубу. Вот. Вон эта труба. Здесь видно кабеля. Это, наверное, для управления шлюзами и вот для этой будки. Вот. Там дорога. Мы идем опять в сторону генератора. Вот, значит, шлюз. И вот труба. Вот, значит, такая вот труба. Она, кстати, то ли обита деревом, то ли что, но здесь сверху дерево вот. Туда ходить не рекомендуется, ибо вот это вот все управляется из при помощи автоматики, и они могут шлюзы открыться в любой момент, и вот это вот все заполнится быстро водой. Поэтому туда мы ходить не будем сейчас. Так, пойдем отсюда, спускаемся с трубы. Вот насколько массивная труба. И кое-где она протекает. Вон там видно, течет. Вон там вот видно, течет труба. Вот такая вот труба здесь идет. И бетонные опоры, которые ее держат. Здесь бетон уже идет. Там он. Как овраг получается. Вот видно, как течет труба. Вот она уже. Пару сотен метров где-то она длиной. Вот она здесь течет. Вот здесь уходит в генераторную. Вот мы видим, как здесь вода вытекает и уходит с большой скоростью вон туда вон. То есть вот получается здесь находится река. И вон там он еще какой-то ручей огибает ее. Вот. И оттуда вытекает. То есть вот это генераторная, которая генерирует электроэнергию. Вон она такая. Туда мы заходить не будем, потому что там датчики присутствия находятся. Это жёг костер. Так, вот значит мы идем по мостику. Опять мы, то есть прошли такой небольшой круг. Вот. Мостик изрядно шатается. Вот, и здесь река, конечно, сухая, а там она наполняется опять водой. Вот так вот. Очень интересное место.